Юпитер, 6 апреля 2020 год, Харьков. О, вижу спутники Галилея рядышком, вижу. Даже на экранчике вижу. Неплохо. Ну хоть так, скажем так. Так, у нас же парад планет вот идет, да? Это у нас был Юпитер. А вот здесь у нас вон он. Сатурн, по-моему, да? Ну что? Видно, что овальное — это все, что видно, да? Тоже будем довольствоваться малым. А Марс? А вот и Марс. Ну все. Собери три крышечки. У нас полный комплект. Видно, что Марс. Не перепутаешь. Красный. Ниже всего на горизонтом. Поэтому красноты добавляется. Ну да, такой размазной, конечно, малюха. Вот они все. Три штучки, не знаю, видно их, не видно. Так, еще у нас тут Луна. Так даже, наверное, красивее будет. Но на доме фокусируется фотоаппарат. Нет, нам вот это нужно. Сейчас отойду в сторону. Тут уже придется с рук. Без подставочек. Но очень я рассчитываю завтра с утречка выйти, поснимать это рядом с домом. Завтра полнолуние и рядом с домом и на другой фотоаппарат, не на 50-кратный, как этот, а на 125-кратный. Никон. 27.50. Карантин. О, так мы можем вот сейчас заборчика загородить, посмотрим. Тут какой-то суррогат штатива получится. Да, ну конечно, после Никона, который, я как сказал, 125 крат, 5000. Такое увеличение мне уже не кажется впечатляющим. Воды. Харьков, 6 апреля 2020 год, 5.01 по Киеву. Какой-то капец с этим карантином.
работать нельзя, гулять по паркам нельзя. Ходить в ломбард можно. Гулять можно только если выгуливаешь собачку и относишь золотишко в ломбард. Очень удобный карантин для некоторых. Да. В автобусах ездить нельзя, в трамваях, троллейбусах можно. Это очень какой-то странный карантин. Лады.